Музей Победы – это главный военно-исторический музей России. Место, где хранится память о героической истории нашего народа и ведется большая культурно-просветительская работа, чтобы передать эту память будущим поколениям. Это уникальное экспозиционное пространство, включающее выставочные залы, диорамы, открытые площадки с военной техникой, овеянной славой сражений. Это почти 300 тысяч экспонатов героической эпохи, новые выставки и масштабные проекты. Особое место среди них занимают детско-юношеские и молодежные программы. В работе с молодежью мы активно взаимодействуем со Всероссийским детским центром «Орленок», воспитанники которого участвуют во многих акциях и проектах музея, узнают о славных страницах великого прошлого нашей страны. Среди таких проектов – акция «Ромашка Победы», где ребята читают письма с фронта и вспоминают своих воевавших дедов и прадедов. Образовательный проект «Морская слава России». Акции и флешмобы в социальных сетях. «Зоя – герой». Вспомним героев Курской битвы, прошедших в рамках всероссийского проекта «Территория Победы». «Мы помним подвиг твой солдат» и многие другие. Этой осенью «Орленок» принял у себя кинематографическую смену, где в рамках кинофорума «Бумеранг» награды получили победители всероссийского видеоконкурса музея «Объектив Победы». Уже второй год «Орленок» участвует в большом новогоднем проекте музея историческом квесте «Елка Победы». В уходящем 2018 году для музея и детского центра произошли два знаковых события. 18 апреля на Московском международном салоне образования директор Музея Победы Александр Школьник и директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус подписали соглашение о сотрудничестве. А в сентябре Музей «Орленка» стал филиалом Музея Победы в рамках всероссийского проекта «Территория Победы». Это значит, что у нас будет много новых совместных планов и проектов, что особенно важно в рамках предстоящего 75-летнего юбилея Великой Победы.